студии сели за парту. В Буровайском районном суде проходит трехдневный международный семинар. Его тема – новые нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которое вступает в силу с января 2015 года. На семинаре судьи, следователи и прокуроры обсудили нормы работы в новых условиях, а также механизмы внедрения в судебную практику ряда новых институтов, таких как уголовный проступок, следственный судья, процессуальный прокурор, депонирование показаний и сделка о признании вины. Организовали встречу Верховный суд Республики и Союз судей Казахстана. Содействие также оказывает Германский фонд международного правового сотрудничества, Американская ассоциация юристов. Приглашены зарубежные эксперты из Германии и Эстонии. Сейчас расширены права адвокатов, полное обеспечение прав потерпевших, вплоть до создания фонда возмещения компенсации и ущерба, причиненного преступлением. Без знания новых правил игры для всех не будет равноправия, не будет правосудия, как мы понимаем. И я хочу тоже добавить, что это новое законодательство базируется на разных моделях по всему миру, и поэтому есть уже большой и богатый опыт в разных странах.